здесь находимся уже пятый день, и мы становимся все круче и круче, и каждый день становится все более и более насыщенным, это очень здорово. Мы уже очень многому научились. И кроме того, мы имеем возможность общаться не только с нашими лекторами, тренерами, но мы общаемся между собой и иногда узнаем очень поразительные вещи о тех сферах, в которых мы, допустим, не специалисты. И это очень здорово, что мы можем друг другом обмениваться. Сегодня была очень полезная сессия, как мне показалось, это Кахромон Бакозоды. Он директор Центра социологических исследований зеркала из Таджикистана, так же, как и я. Он рассказал об очень важных инструментах, которые я, к сожалению, раньше не использовал, такие Google Forms, Google Data Studios, Studio, то есть мне показалось, это очень оптимизирует процесс исследования, облегчает процесс работы с данными, очень быстро все выводит в любую инфографику, очень интерактивно все, поэтому, мне кажется, это очень полезно будет для меня, мне это даже очень даже нравится. Все вот спикеры, которые были вот за эти основные ряд этих дней, они вот как бы давали контент, информации такого, что была вот важность, актуальность вот как бы геополитического, политического формата с точки зрения теории, как бы в будущей практике. И вот даже сегодня я вот один из вот как бы наших самых как бы лучших менторов, который был, он вот нам дал возможность создать будущий прогноз для Центральной Азии. И вот это нам дало возможность фактически вникнуть в суть вот самой идеи геополитического формата.